Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Надеюсь, вам будет интересно. Итак, поехали. Что по плану? Ксюшка в школе, Крис в садике. Хотела сейчас пойти начать уборку в детской. Разобрать там кое-что. Мы уже много чего сделали, все как бы пересортировали и так далее. Но есть какие-то мелочи, которые надо доделать. Беру вас с собой. У нас тут еще декор с Хэллоуина. Висят еще мышки, которые не отвалились. Коляску вчера опять достали. Крис попросила пупсика своего катать. Хочу вот эти наклейки содрать со шкафа. Если не стерутся, то будем переклеивать. Можно сделать розовый шкаф, какой хочешь. Как я люблю вот это вот, когда можно легко что-то быстро в интерьере поменять. На самом деле так удобно. Мячик все время порываемся сдуть, но нет, Ксюшка на нем каждый день прыгает, занимается, сидит и говорит, это вообще любимая вещь. Сейчас, кстати, по-моему, его нет уже на складе Фаберлик. На день мы его на второй этаж убираем сейчас отсюда и начну тут все разберусь. Не знаю, мыши эти, наверное, сейчас тыквы все поотрываю. А, тут еще тыква лежит. Сейчас хочу на подоконнике протереть, разобраться. Там тоже тыква висит. На принтере разобраться. Тут бумаг полно. Кстати, девчонки спрашивали про принтер. Сейчас расскажу. Спрашивали про мебель, девчонки, в комментариях. Про стульчик, про стол. Сейчас все расскажу. Будем расхоламляться. Вот так вот тут все пока валяется. Пылесос маленький валяется. Начну, наверное, с того, что буду выкидывать вот эти тыквы. Хэллоуин давно прошло. Скоро надо клеить елки. Скотч кругом надо шкаф протереть. Тут вообще помощником будет зеленая губка. Зеленый диск. Фаберлик. Он очень хорошо уберет вот эти вот следы от скотча. Вот просто изумительно. Так, это откуда-то наклейку с мышами взяла. Ну ладно, ее не буду трогать. Она какая-то тканевая. Ее не буду трогать. В ящиках мы уже разобрались. На полках Ксюшка разбиралась сама. Тут лежит массажная подушка пока. Там лампа, наушники ее. И здесь те учебники и тетрадки, которые она с собой в школу не берет. Тоже там что-то напихала. Надо сейчас посмотреть и разобраться. На первом этаже все нормально. Заправим сейчас. Знаете, кстати, как делаю? Я взяла бутылочку из-под универсального антибактериального. Заказала его, кстати, вещь классная. И добавила в воду немного кондиционера, любимого кондиционера. И так протираю поверхности. Во-первых, пыль не так садится. Во-вторых, аромат сразу в помещении классный. Мне вот такой формат понравился. Мне сейчас придет, я заказала такое средство. Но я, наверное, тоже в него чуть-чуть просто кондиционера капну. Можно любимых духов. Немножечко, вот прям так совсем для аромата. И мне очень нравится такой формат уборки. И реально пыли садится меньше. Вот так вот пшикаю. Вот следы от скотча, видите? Беру диск Фаберлик. И с ним все протираю, потому что везде в основном в детской следы от скотча, от красок, от фломастеров и так далее. Вот так. И все идеально убирается. Диск взяла, кстати, сухой специально, потому что и так поверхность смачиваю. И вот таким вот образом сейчас весь шкафчик протру. Потом попробуем на большом оттереть. Не, вот еще видно клей. Надо еще помочить. И вот таким вот образом все поверхности протирать мне очень нравится. Аромат сразу такой обалденный. У меня тут, по-моему, кондишн Леон какой-то. Арома Рич. Прям чуть-чуть капнула. И красота. Я вообще сомневаюсь, что они отойдут на самом деле. Почему нельзя их обычным способом, которым, да, отклеиваем наклейки с других поверхностей? Но это же пленка, шкаф поклеенный. Поэтому тут вот фен там и всякие другие способы, они не подходят. Только вот так потихонечку с пленки наклейку отклеивать. Они уже здесь порвали. Это Ксюха вот украшала, ей так захотелось. Слушайте, ну вроде идет. Смотрите, какой же диск грязный. Поверхности протирала. Я лестницу сейчас протирала, ржавчина, наверное. Я его потом, кстати, кидаю в стирку, на обычную стирку, и все отлично, все нормально, и он как новенький. Долго прослужит, думаю, ничего ему не делается. Ура! Первую отодрала. На очереди еще раз, два, три. Все отличненько. Красота. И моется эта пленка хорошо. Я прям люблю такой формат. Кто видел мой коричневый шкаф до поклейки, это, конечно, небо и земля. Следы от скотча убрали. И здорово. Ура! Все отодрала. Следы от скотча все убрала. Красота.
Так, ну все, все помыла, все почистила. Плавно перемещаемся с вами к столу, к стулу, к подоконнику. Сейчас все вам покажу, все покажу. Девчонки просили опять рассказать про стульчик, насколько это удобно в таком возрасте. Вот Ксюше сейчас 10 лет, на нем сидеть. Она придет со школы, я продемонстрирую. Сейчас тоже буду его мыть, потому что они его заляпывают, Крис, фокус. Периодически на нем рисуют. Вот видите, разводы от фломастеров, от краски. Сейчас также по нему пройдусь диском, и все прекрасно будет отмываться. Почему? Потому что краска хорошая, качественная, все моется и служит он десятилетиями. Просто десятилетиями. Это, девчонки, от мебельной фабрики Кузи стул. Я уже рассказывала, но кто-то новенький, видимо, на моем канале, вот вопросы девчонки задают. От мебельной фабрики Кузи растущий стул «Павлинчик». Или, как по-другому его называют, еще стул «Павлин от Кузи». Это стул-трансформер, который подходит деткам с 6 месяцев, девчонки, 6. То есть, в принципе, можно было Крис таким с рождения пользоваться. На сайте у Кузи есть столик для деток, есть мягкие подложечки, спинки и так далее. Все можно посмотреть, все можно заказать. Цены демократичные, 3 999. Стул великолепный. Я ему не нарадуюсь. Очень удобно на нем сидеть. Я и сама на нем сижу, когда работаю за компьютером. Мне безумно удобно. И даже у меня колени с моим ростом, с вот этим нашим не очень высоким столом, не упираются в стол. Мне удобно, мне замечательно, вообще просто Ну, супер. Будьте осторожны, конечно. Мне уже несколько раз ВКонтакте в личку девчонки писали, что они нарвались на подделку. Очень много подделок, они даже могут называться похоже, да, могут быть похожи, но это совсем не то, и не прослужит он вам столько, сколько вы хотите, чтобы он вам прослужил. Ну, то есть 10-20 лет, да, вполне себе он прослужит. Обращайте внимание на сертификаты, на гарантию. То есть на сайте у Кузи это все есть. Если вы покупаете похожий стул, обязательно смотрите на сертификат. Но все-таки вы берете продукт, который очень важен для здоровья ребенка, осанка и так далее. У подделок очень много острых углов и грани, которыми ребенок просто-напросто может пораниться. Здесь фабричное производство, настоящее, все гладенькое и полная гарантия в течение 3 лет. Вот посмотрите, какие углы. Ни у одной детали нет никакой острой грани или еще чего бы то ни было, что может поранить. И именно такой растущий стульчик от Кузи рекомендован ортопедами для развития правильной осанки, чтобы потом мы с вами уже взрослые люди знаем, какие проблемы с возрастом могут быть со спиной, если мы с вами горбимся, если мы с вами неправильно сидим, если мы с вами неправильно ходим. Это очень важно. Стул заказывала прямо на сайте мебельной фабрики, я вам ссылочку оставлю, все как бы посмотрите, пройдете, расцветка миллион. Еще один важный момент, что мебельная фабрика Кузи и является производителем. И стул сертифицирован и изготовлен по ГОСТу. По ГОСТу, девчонки. Цена доступная 3 990 за стул. Это самое оптимальное соотношение цены и качества для продукта, который важен, влияет на здоровье ребенка. Оплата при получении. То есть вы выбираете удобный способ доставки. Стульчик вам приходит, вы все проверяете, смотрите комплектующий цвет, все, чтобы все было отлично. И то только потом уже оплачиваете. Расцветок просто море. Есть вот такие вот салатовенькие тоже. Я думала сначала такой, но потом нет, решили, что мебель у нас будет белая. Есть и просто под деревом. И краска, которую используют для стульчиков Кузи, она абсолютно безопасна для малыша. Абсолютно. Это водоэмульсионная краска, и нет никакого в ней вреда. Никакого запаха от стульчика тоже не было, когда он приходил. Какие личные преимущества для нас? Удобство. Удобство. Осанка. От 6 месяцев до 16 лет, заявляет производитель, можно пользоваться стулом. Но я и в своем возрасте тоже пользуюсь, сижу за столом, и Женя сидит, как бы все нормально, очень удобно. Когда мне надо залезть куда-то высоко, там на потолок, там еще куда-то, я этот стульчик использую, я на него встаю, все отлично. Он выдерживает до 120 килограмм. Смотрите, ну как происходит трансформация? То есть мы ослабляем с вами вот эти боковые крепления. Вот эти боковые крепления. Мы, когда их ослабляем специальным ключом, их вытаскиваем и переставляем туда, куда нам надо. То есть именно вот эти крепления боковые, что внизу, что вверху, они такие овальные. Они отвечают именно за трансформацию стула. То есть нам нужно передвинуть ножку. Нам уже эта позиция не подходит. Мы уже меняли положение Ксюшки не раз. Мы откручиваем все, все откручиваем. Вытаскивается вот эта вот подножка, вытаскивается сиденье. И на нужную высоту прикрепляем. То есть отделения, эти дырочки, они идут по всему стулу. От самого низа до самого верха. То есть однозначно удобное для ребенка найдете. Поэтому сделать это очень легко. Ключик специальный тут, в общем, откручиваем все. Повыше там их приделали, пониже их приделали. У нас еще есть запас, кстати. Я думаю, надо скоро будет Ксюшке уже делать немножко пониже, чтобы
Угол в коленях был 90 градусов, немного Угу. пониже. Сделать это достаточно легко, никакого труда не составляет абсолютно отрегулировать стульчик правильно. Производственный цех расположен в Ярославле. Именно оттуда происходит отгрузка стульев в транспортную компанию с города Ярославль. Поэтому смотрите по вашей геолокации приблизительно, сколько до вас стул будет идти. Да? До меня он очень быстро шел. Быстро собрали, быстро прислали. Стульчик растет вместе с малышом. Легко мы его с вами переставляем, передвигаем подножку, передвигаем сиденье. Все в этом плане отлично. А еще, кстати, у стула регулируется и спинка по высоте. То есть, если ребенку нужно ниже, то мы делаем ниже. Вот у Ксюшки сейчас на максимуме. Кстати, про что я говорила. Важно установить детали так, чтобы сохранялось 90 градусов в колене между бедром и голенью. У нас уже меньше. Нам нужно подножку опускать ниже, на самый низ. Сегодня по задачам вечером, да? То есть у нас должно быть 90 градусов. Нога, получается, должна быть немножко пониже. Вот этот угол должен быть обязательно 90 градусов. Именно тогда достигается эффект правильного развития осанки, который и рекомендован детскими ортопедами. Врачи, кстати, рекомендуют именно прямую спинку, чтобы она была не вогнутая. У других производителей именно спинки бывают какими-то там вогнутыми, выпуклыми. Нет, она должна быть именно ровной. И при правильной регулировке ребенку обеспечена удобная, эргономичная, правильная посадка абсолютно в любом возрасте. По себе стул, кстати, очень тяжелый. Ну, не очень, но он довольно-таки тяжелый, за счет чего он очень устойчив, и ребенок его не перевернет. То есть, как у нас тут Крис только не лазила, не сидела. Стул завалить просто нереально. Дополнительно к нему можно приобрести стол для кормления, ограничитель и подушечки мягенькие. Подушечки есть как на спинку, так и на само, собственно говоря, сиденье. Вариант расцветки 20, изготовлены из высококачественного МДФ и фанеры класса Е1. Покрытие у нас водоэмульсионка, самая экологически чистая на данный момент краска из существующих. Она, я уже вам говорила, безумно легко моется. Вот сегодня я его протирала, все великолепно, стульчик до сих пор беленький и чистенький. Эта краска без запаха, без вредных выделений, то есть подходит для детских помещений, естественно, не стирается со временем. И имеет сертификат безопасности для использования в детских учреждениях. Стул сертифицирован, изготовлен по ГОСТу. Гарантия, обычная гарантия 12 месяцев, срок службы 10 лет. Теперь про принтер вам расскажу, точнее МФО. Он у нас стоит на подоконнике, нам так удобно. Мы не сильно часто пользуемся, но когда пользуемся, я отодвигаю тюль, как бы, и все нормально. Все отлично, печатаем. Это не принтер у меня, девчонки, а МФО. У меня такое огромное количество уже было принтеров и вот этих вот сканеров и так далее. Я уже на них собаку съела, поэтому смело могу сказать, это лучшее наше вложение и приобретение для ребенка и для меня, в принципе, тоже. Он мне тоже нужен. Я часто печатаю там договора какие-то и так далее. Немножко вот так его выдвигаю на себя. Лоток с бумажкой опускаем. Ой, у Ксюшки тут бомбочки. У нас были бюджетные, дешевые. Был тоже кэноновский старый. От сестры он мне еще по наследству достался. Так, документы всякие, ксерокопии можно сделать сразу дома. Это очень удобно, потому что сейчас везде что-то постоянно требуют. Ксюшки там на тренировке каждый год это все обновляется. Там вот это вот все протирать его тоже очень удобно. Так, модель, девчонки, вот модель. G2010, по-моему. А, нет, вот она, модель написана. G2411. Мы покупали в Эльдорадо. У меня на тот момент там скопилось. У них бонусная программа какая-то, не знаю, есть она сейчас или нет, давно там ничего не покупала. У меня там скопилось 5000 бонусов. 5000. Он стоил где-то 10-11. Сейчас, мне кажется, он где-то так же стоит, может быть, даже подешевле можно найти именно вот эту модель. И я его с этими бонусами взяла, помню, за 5 с чем-то тысяч. Это безумно круто. То есть МФУ это 3 в 1. Это сканер, это принтер, это ксерокс. Что хотите, что вашей душе угодно, то и делаете. Вот он сканер. Я часто в последнее время сканирую документы, тоже мне по работе нужно. Сканирую документы и отправляю. Вот он сканер. Вот сейчас тут протрем тоже что-то уже. Окно, когда открываешь, конечно, сюда пыль летит, поэтому в этом плане не очень удобно. Стекло я не трогаю, потому что оно идеально чистое. У меня все время там какой-нибудь листик лежит. Вот. Вот он сканер. На компьютере есть приложение, которое сразу устанавливали мы. Там такая дорожка треугольничком как бы.
Приложение, в общем, удобно. На одну кнопку нажимаешь, он сразу сканирует и сохраняет туда, куда тебе нужно, в память. Да, и отсылаешь потом документы какие-то подписывать, отправлять по электронке. Очень удобно. Вот он как бы принтер. Вот он сканер. И то же самое ксерокс. Нужно что-то отксерокопировать. Я документы печатаю в основном в цветном виде. Есть цветной сейчас. И даже когда приношу куда-то там в сад, приносила в школу, мне говорят, ой, нам не надо оригинал. Я говорю, это не оригинал, это мой цветной принтер. И черно-белый. Количество копий, включение и выключение. Вот это вот отверточка, настройки, это я не знаю до сих пор, что нужно. Вот экранчик, тут количество копий, в принципе, только отображается. Больше ничего здесь нету. Что самое удобное? Самое удобное, это то, что заливаются чернила. Мы открываем крышку. Легко. Все делается элементарно, разберется человек даже неопытный. Вот здесь у нас черные чернила, вот здесь цветные, синие, красные, желтые. Тут даже вот подписано, чтобы не запутаться. Открываем, вытаскиваем силиконовую крышечку и чернила заливаем. И все. Никаких тебе картриджей ужасных, жутких, которые надо заправлять. Чернила стоят бюджетно. За 100 рублей можно купить банку точно. Хватит ее на год. Заливаешь вот и пользуешься бесконечное количество раз. Мы и фотки тут печатаем часто. И раскраски, и цветные огромные картинки Крис печатаю, когда она просит. То есть краски хватает вообще надолго. И то, что удобно, она заливается. Ты ее залил, закрыл и забыл. Все. То же самое, вот черная краска, то же самое, вот тут колпачок, открываем, заливаем. Все изумительно, все прекрасно. У меня до этого были принтеры с картриджами. Я измучилась, девчонки. Они были бюджетного ценового сегмента, и я просто измучилась. К одному были вообще незаправляемые, но я нашла в интернете способ, как их заправлять. В итоге они выдавали не те цвета, какие нужно. Я с ними измучилась, иногда получалось, иногда не получалось. Черно-белый картридж заправляла, мне тоже его заправили так, что у меня все листы потом, которые я печатала, вот тут по бокам выходили с полоской. Ну, в общем, ну, измучилась, честно, ей-богу. Лучше один раз купить нормальный продукт, который на долгие годы пригодится. Я в телефоне Ксюшке делаю доклады разные с картинками, цветные, с оформлением, со вставкой фото. Ну, приложений много в телефоне подобных, бесплатных, да. Перекидываю все на ком, с компа печатаю ей изумительные, шикарнейшие доклады. Цветные, ну, в общем, все супер. Я не нарадуюсь. В общем, я вам про свое устройство рассказала, про свой помощник. На самом деле, реальный помощник, никуда не надо бежать, когда нужны документы, какие-то копии и так далее. Все печатаешь, все изумительно, все замечательно. Фоточки, все что угодно. Вот все, что душе угодно. Обожаю. Показала вам, значит, Canon, Pixma, G2411. Супер вещь. Так, дальше сейчас... Так, протерли мы с вами. Документы я, пожалуй, верну на место. Потому что здесь у меня тут самое важное собранное. То, что не нужно, на чем Крис рисует. Я сразу по несколько копий, когда мне нужно, я снимаю. Вот вчера на тренировку просили. Ксюшкины документы, копии. Я сразу насняла штук 5. Вот сюда их положила. Я знаю, что они у меня здесь лежат. Чтобы в следующий раз, если где-то попросят, там в школе, на тренировке, у меня уже все напечатано и лежит. И мне не надо никуда бежать. Так, мне осталось только протереть подоконничек. У меня здесь стоят цветочки. Я вам уже показывала. У Ксюшки на подоконнике они прям очень любят расти. Пересаживала, помните? Любимые хлорофитумы. И у нее здесь цветут. Вот еще один зацвел. Смотрите, какая прелесть. Еще один зацвел. Тут всегда открыто окно, достаточно прохладное. Вот им тут нравится, я заметила. Вот этот весь цвел маленький малыш. Показывала в Дзене ролик, снимала, сколько с него сняла деток. Они пока стоят в водичке, потом еще в какой-нибудь горшок посажу. Я так люблю. Это разные сорта. Вот это точно Бонни, он вьется. Этот обычный. Он у меня стоял в зале, ему там не нравилось. Вот сейчас переставила на кухню, начал оживать. Так, и этот... Но он не вьется. Но, наверное, тоже Бонни. Судя по окраске, а может быть еще какой-то другой. Их много разных. Я их вообще люблю. Два еще у меня в зале стоят высоко. Потому что кот их все-таки жрет. Поставила маленький на кухню, а кот его все равно начал жрать с превеликим аппетитом. Поэтому пришлось опять унести в детскую. Сейчас протру подоконничек. Цветочки уже поливала. И пойдем дальше. Ну все, чистота, красота. Раскрыла шторы. Да будет свет. Да будет свежий воздух. Сейчас запускаю сюда робота. И по углам еще прохожусь вот этим своим маленьким пылесосом. Включаю его. И вот здесь вот куда пылесос не заезжает, вот тут вот он не может прям возле шкафа немножко собрать, вот в детской. Раз в недельку прохожусь вот таким вот маленьким пылесосом, очень удобным по всем трудодоступным местам. Прохожусь как следует, робот все выметает тоже, и прекрасно, чистота, красота. Перемещаемся на подоконник в зал. Здесь у меня тоже вот стоит один хлорофитум. Но это точно не Бонни, он не вьется. Но он, смотрите, разный. Он вот разный, и причем нет, из разных стволов, по-моему, да.
из разных стволов. Один вот полосатый лезет, а другой обычный. Вот такой вот хорошенький. Он мне нравится, как пальма, как пошел вверх вообще. А помидоры, девчонки, один уже совсем захерел, скажем так. И второй вот следом за ним тоже, черный принц, по-моему, забыла, как он называется. Я их подкормила вот этой подкормкой. Морской коктейль, девчонки в Телеграм советовали. Первый раз все хорошо, все отлично, все здорово. Пышет прям зеленью, плодами и так далее. Потом подкормила еще раз, и им не понравилось почему-то. Им почему-то не понравилось, но, может быть, просто совпало, что уже они не хотят. Солнца совсем практически нет, света мало, в 4 уже темно, и им не хватает дожди, и они вот что-то, видите, вот как будто завял, хотя там мокро, я только недавно поливала, вот они все вот так вот чахнут. Остался один, вот он, и тут еще плодоносит. Вчера сорвали, поели помидорчиков, тут их, в принципе, еще много, 6 штук, по-моему, висят. Но тоже вот я вижу, что он хереет. Вот видите, листики как будто как завядшие. Вот что-то им не понравилась подкормка, я так поняла, и после этого они себя так повели. Но я уже планирую скоро к декабрю заказывать еще. Скоро рассаду будем сажать, пораньше хочу. И пусть они тут сидят. Красота. Так что вот так, помидорчики мои не хотят больше плодиться. На горе все, что я успела сделать. Ну ладно, хоть в детскую уборку такую основательную провела. Надо идти за Крис. Все, надо идти за Крис. У меня было всего 1,5 часа. За час вот все переделала, что хотела, что запланировала. Сейчас пойдем за Крис, сразу заберем со школы Ксюшку и рядом со школой Валберес. Пойдем забирать покупочки и все вам покажу. Пришли домой, уложили Крис спать. Сейчас буду показывать вам свои покупочки. Зашли на Яндекс.Маркет, на Валберес забрали. Ксюшка пока уроки сидит, делает тут со мной. Будем ужин с ней готовить, наверное. Хотя нет, не будем, попозже будем. У нас там все просто будет, купаты с макарошками. Зашли продуктов, закупили на выходные в Спар. Сейчас будем разбирать. Вот они посылочки. Так, 3 с Яндекс.Маркета, 2 с Валберес. Первое. Это губки. Всегда беру такие губки черные, мне нравятся. Вот здесь 10 штук. Какие дешевле, смотрю, не одни и те же, какие дешевле, такие беру. Я их меняю достаточно часто. Ну, может быть, вот раз в неделю где-то. Может быть, раз в 5 дней. Ну, смотря вот что мыло, как она себя ведет. Ну, выкидываю, потому что все-таки губки собирают бактерии, да, поэтому меняю часто, беру какие подешевле, там, за 190 там, рублей, когда бывает, но за 200 максимум. Вот 10 штучек таких. Так, дальше сейчас все открою, покажу. Так, все достала. Что тут у нас? С Вайлберис у меня блоки мои любимые сменные по 299 рублей были. Потом нашла еще чуть-чуть подешевле даже на Яндекс.Маркете. Короче, у меня теперь запас огромный. Мне на полгода, на Нового года, ну, как минимум, хватит. Они классные, они самые долго играющие. Одного блока хватает на 2 недели стабильно. Бреф и все остальные не хватает на 2 недели. Там неделя максимум, они начинают потом подтекать. В общем, а здесь нет, ничего не подтекает до последнего. Все классно, все супер. И очень классный, просто обалденный. Обалденный аромат, вот сейчас он прям на всю кухню изумительно пахнут. Вкусная такая парфюмерно-цветочная одушка, поэтому вот прям рекомендую. 290-299 рублей, это в принципе самая дешевая цена. На Яндекс.Маркете еще там бывает чуть подешевле, промокоды иногда бывают. В общем, я отслеживаю, когда выгодно, беру впрок. Так, дальше, батарейки взяла опять на Яндекс.Маркете, уже вот такие, ну, смотрю опять, какие дешевле, такие беру. Здесь 20 штук, мы те 24 штуки, представляете, уже по всем игрушкам, книжкам музыкальным распихали, они все кончились. Взяла еще вот такие 20 штук, тоже в районе там 200-200 с чем-то рублей, пальчиковые батарейки, выгодно, расходуются они у нас быстро, игрушек полно. Поэтому так. Лак Масура, еще один, взяла вот такой оттеночек, он такой светло-розовый такой, даже немножечко, знаете, такой тауп с лавандовым подтоном. Ну, такой вот практически телесный, с блесками. У меня из этой же линейки был белый, который первый раз мы с вами делали. А этот оттенок у него 14,98, золотой кварц. Красиво. Здесь есть блески, смотрится на ногтях красиво, держится долго. Мне лаки понравились. Действительно, более-менее стойкие, более-менее для обычного лака, да, с учетом того, что я все делаю без перчаток, постоянно вожусь в воде. Вот сейчас, не знаю, пусть ноготочки отдохнут, пока мазюкаю их, потом обязательно попробую и в Дзене ролик покажу, как он смотрится на ногтях и так далее. Вообще, вот эти лаки достаточно стойкие. Малышки вот этим сейчас выгодно брать на Яндекс.Маркете, там еще есть промокод тоже у Масуры. Большие я флаконы не беру, потому что я знаю, что буду пользоваться нечасто, и оттенки часто менять, поэтому вот этот формат мне очень нравится. Так, дальше, и 2 чая, вот такие вот тоже были по акции. Greenfield тоже был, по-моему, промокод, и они выходили, или акция, по-моему, была 3 равно 2. В общем, цена выходила классная.
решила взять. По описанию прям даже сама, наверное, попробую, хотя я чай не пью. Черный чай байховый, ароматизированный с растительными компонентами. Для разовой заварки. Подожди, а вкус-то какой? Где по-русски у нас написано? Тут с чем-то. Так, листовой чай в пирамидках. Что это у нас тут? Корица и еще что? Где описание человеческое и состав русский? Где? Где здесь вот эту информацию найти? Кто-нибудь знает? Здесь нету. Так. Брусника. Во. Цейлонский чай, брусника. Вот состав. Ананас, смородина, апельсин, яблоко, брусничный пирог, ароматизатор. Прикольно. И вот такой еще Christmas Mystery. У нас здесь что? Сейчас найдем. Что у нас здесь-то за букет? Апельсин, лимон. Апельсин, лимон основные, да? Такой цитрусовый. В общем, сейчас открою. Понюхаем. Открыла. Здесь у нас причем, по-моему, 25, а тут 20 или нет? Ну ладно, неважно. По-моему, одинаково. Тут пирамидки, а здесь пакетики уже. Такие пакетики красивые. Для пирамидок, смотрите, тоже отдельный пакетик. Сейчас в чайный домик свой переложу все. Сейчас понюхаю. Уже какой-то аромат цитрусовый чувствую. Так, давайте пирамидку сначала. Ну, тут прям вот кусочки фруктов есть и листики какие-то. Ой, он очень вкусно пахнет. Он очень вкусно пахнет. Немножко такой пряный. Котёна, понюхай. Будешь такой чай пить? Мне кажется, вкусненько. Ой, вкусно. Да, нравится мне. И Крис. А Крис у нас чай тоже любит с утра. В пакетике тоже видно кусочки чего-то. Тоже вкусно, но он более пряный. Вот этот в пирамидках нет, а здесь прям аж в носу немножко начало щипать. Гвоздика и корица. Как будто, знаете, вот есть такой ароматик глинтвейна. А такой понюхай, котен. Ну, да, вкусненько. Вкусненько. А в пирамидках больше понравился, да? Да. Этот прям такой пряный. У меня Жень каждый день на работу с собой берет термос с чаем. Для зимы, мне кажется, класс вообще. Мне нравится. Я вот этот пряный, последний, мне кажется, с удовольствием буду пить. Обязательно сейчас прям заварю себе. Ну и на этом все, мои хорошие. Все ссылочки в описании. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Надеюсь, вам было с нами интересно и полезно. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.